сейчас я нахожусь на Ленинградском вокзале. Наконец-то состоялась долгожданная запланированная поездка в Кыргызстан. Завтра в 7 утра я уже буду в Бишкеке, буду принимать клиентов в офисе в центре Бишкека. Также встречусь с нашими коллегами, с нашими партнерами. Отвечу на все ваши вопросы, звоните, буду записывать вас на консультацию. Сейчас буду проходить регистрацию, вот, и садиться на рейс. Вот я долетел, наконец-то я в Бишкеке, в аэропорту Манас. Долетел нормально. Встретил Кыргызстан солнечной погодой.